50 лет счастливой семейной жизни. Татьяна Петровна и Владимир Николаевич Британовы отмечают золотой юбилей. Вспоминают первую встречу. Молодые познакомились на танцах. Мы познакомились в Захарковском клубе. Представляете, на танцах. Вот. Пригласила меня туда подруга. И вот он вошел в этот клуб, приехал из Гальева, тоже с другом. И вот он меня пригласил сразу. И мы два танца протанцевали вместе. Любим друг друга, наверное. Поэтому... Любовь. Любовь. Чествовать юбиляров семейной жизни – добрая традиция в Красногорском управлении ЗАГС. В этот раз поздравления принимали 11 пар. 8 из них, как и семья Британовых, в этом году отметили золотую свадьбу. 3 отпраздновали изумрудную. Традиция чествования юбиляров семейной жизни в Красногорском управлении ЗАГС в нашем районе стала доброй. Ежеквартально мы приглашаем вас и в вашем лице поздравляем все семейные пары, которые отмечают в текущем году свой семейный юбилей. Мы поздравляем вас и желаем вам крепкого здоровья. И очень хотим, чтобы с этой встречи вы ушли с хорошим настроением, которого бы вам хватило как минимум до следующего дня рождения ваших семей.